Да что ты? Так, включил. Так, сейчас мы микрофончик сделаем, чтобы меня слышно было хорошо. Так, раз-раз-два-три. Раз-раз-два-три. Микрофончик включен. Включен. Все. Добрый день всем. Здравствуйте, дорогие. Дорогие зрители, сейчас я вам покажу, как я продавал свою последнюю корову. Приплод хороший давала. Закрой, закрой. Но если честно, это еще не последняя корова. И предпоследняя. Пошли, пошли, пошли домой, пошли. Не загонишь домой. Последняя. Предпоследняя. А пока вы смотрите. Фу! Пока вы смотрите, я вам расскажу. Расскажу, почему. Почему я продавал, почему я закрыл, значит, ведение своего фермерского хозяйства и почему я вдруг меняю свой образ жизни. Вот от чистого сердца, вот от всей души, поклон всем, кто мне написал, все, кто смотрит меня, все, кто помнит меня. Я сейчас вообще редко, сейчас я найду, ну, редко, значит, выставляюсь видеоролики на ютубе. Почему? Потому что я уже сейчас длительное время публикуюсь на Дзене. Тут меня некоторые товарищи пытались прикалывать, типа, что это, бесплатно не хочешь выставлять? Дорогие мои друзья и товарищи, а многие, вот, кто меня давно смотрит, кто меня знает, многие давно для меня стали друзьями, товарищами. Вот такой вот, как Саша Онищенко с Новосибирской области, как Юра с Красноярска. Володя Белов, тем более, знаю. Да я даже вот, ну, с некоторым разговаривал по телефону, некоторых знаю в лицо, вживую. Ну, а так вот, спасибо большое всем, кто мне написал. В общем, это у меня не последняя корова, а предпоследняя. Как мы ее сейчас тут грузили, кому я продавал. Посмотрите сейчас, или уже смотрите. Не знаю, как получится, как с монтажом. Сейчас дело к вечеру, я пошел просто за коровами и думаю, нужно ответить на ваши вопросы. В общем, я вам так скажу. Деньги для меня уже давным-давно не имеют никакого большого значения, потому что я уже 3 года нахожусь на инвалидности. Не просто на инвалидности, я инвалид первой группы. Вот видели, там, женщины, мужики ездят на колясках. У них первая группа. Часть тела не работает. У кого без руки, без ноги, тоже там первая группа. Вот у меня то же самое, такая же первая группа инвалидности. Сейчас спросите, что за болезнь, что за причина, потому что не все же смотрят. Я вот здесь, ну, если вам очень так хочется узнать, просто знаете, что я прикреплю снизу ссылку на статью. Я знаю, что на ютубе народ совсем другой, они не особо любят читать, и может времени нет читать, не хотят читать. Ну, если вам так любопытно посмотреть, с чего это, значит, у меня первая группа. Вот на ссылку нажмете, перейдете в мой канал Дзен, там почитаете, я все объясняю. Ну, не совсем все подробности. Но как это проявляется? Блин, вот сейчас солнца нет, я могу постоять без очков. А когда солнце, лечения, вот эти вот процедуры, они дают самые различные, такие тяжелые побочные эффекты, что вообще кошмар. Вот я на неделе ездил на процедуры. Блин, как съездил. Каждый месяц ездил, в общем. Текущие процедуры. Потом, блин, колбасит по-страшному. И глаза болят постоянно, хожу, глаза капаю.
И как это проявляется, вот мужикам объясню. Вы у своих жен ноги щупали, и я вам покажу. У меня вот ноги сейчас такие же, как у женщины. Не растут волосы. Такие побочные эффекты. Тут вроде на руках еще осталось немножко волос, а внизу, в нижней части тела, как у женщин, лысый начисто. В общем, хожу, мне нельзя, у меня куча ограничений. Почему я тут все начал и технику продавать, и животных продаю? Стой, доча, стой. Проверь, чтобы ничего это. На тот случай, что, ну, что же это, живая и здоровая. Давайте. Ну, давай, счастливо. Тогда поедем. Куча ограничений. Напрягаться нельзя. На тракторе же ездишь, постоянно на заднице подпрыгиваешь. Нужно усилие, все это. Ну, нельзя напрягаться, нельзя. Ну, если охота еще пожить, то нужно сидеть ровно. И не прыгать на заднице на тракторе. Ну а так, сами видите, живу, стараюсь. Борьбой, конечно, это сложно назвать, но это поддерживающая терапия. В общем, спасибо. Вот я вот сейчас на Ютубе меняют разные условия. Я даже не могу сейчас вот единовременно открыть и сказать всем подряд спасибо. Вот я увидел Сашу Онищенко, потому что я знаю, что он там под каким кодом. А остальных вот мужики, кто не зарегистрированных, ну я даже не могу назвать. Ну да, вот живу таким образом. Кстати, трактор я вот уже прошлый год я уже не косил, а позапрошлые года я привозил детей, у меня двое сыновей. Кстати, ну один остался в деревне дома. Дети работали, косили, а я только это самое, значит, приезжал, помогал и тому подобное. Ну как съездил в больницу, потом вообще, блин, так себя чувствую плохо. Ну а куда деваться? Приходится более-менее хоть как-то потом по возрасту. Человек пишет, что я думал, что мне лет 70. Я вам так скажу, вот то, что показывает видеокамера, я же там улучшаю качество картинки, прибавляю краски, прибавляю контрастность. И свойство самой камеры, она прибавляет, искажает внешность человека очень сильно. Она ее расплющивает. Кстати, я вот сейчас ничего не делаю особенно. Я до обеда еще так хожу по двору, пошвыряюсь, а потом слабость. Мне нужно час-полтора полежать. Лег, все, уснул. Вот сейчас я поспал после обеда, все, чувствую себя нормально. Маленько похожу, опять начинается слабость. Опять, ну, короче, куча таблеток заглатываю через день. В общем, мужики, так вам скажу, берегите свое здоровье, берегите здоровье своей половины. Потому что мужской организм, именно мужской организм так устроен, что у него процесс изнашивания, моторесурс гораздо ниже, чем у женщины. Вроде бы мужчина сильный, большой, все, а потом, как коснулось, все, а мужчина там, блин, живет там меньше намного, а женщина то вроде слабое существо, но она гораздо выносливее. И по поводу дзена, в общем, тоже мне говорили, что там на дзен перешел, что... Почему на дзен перешел? Нормально у меня там публика растет, но там совсем другие люди. Там в основном вот Москва, Питер и в основном женщины. Вот им они показываем, как шашлыки жаришь или кашу варишь, вот они смотреть будут. И читать они в основном любят. А здесь на Ютубе аудитория такая, что больше предпочитают смотреть. Ну потому что народ более занятый, там сел обедать. Включил кино и сидишь, слушаешь, о чем тебе рассказывают. Так, пишу, что я не могу сейчас открыть, кто. Ну вот, спасибо. Ну, я, конечно, буду показывать, как я работаю. Ну, кстати, по поводу, у нас давным-давно куплена в городе квартира.
не давным-давно, конечно, но в этом году весной мы еще давно уже озадачились покупкой квартиры. Я потихоньку, постепенно продавал свою технику. Это я еще прошлый год показывал, то одно продам, другое продам, и это все рассказывал. А тут написал, что я закрыл хозяйство. И смотрю, народ пришел и много пишет. В общем, в городской квартире с женой ходим, новостройка, и объясняю, почему, может, меня и не возьмут в город жить. Жена-то у меня, супруга-то моложе меня, и ходим по городской квартире, а там со стены торчат провода. Блин, ну интересно, что за провода. Я взял в руки, потом жену, Жене говорю, слушай, вот это вот, что за провода, антенна или интернет? Надо же узнать, что это такое. А мне жена, знаете, что ответила? Она мне говорит, ты сначала в деревне квартиру продай, а потом интересуйся вот этими проводами, сколько здесь и чего стоит. Так что еще неизвестно. Буду жить в деревне до тех пор, пока силы, есть силы. Ну а там дальше будет видно. Ну, здесь вот мне мужики пишут, что пожелания, чтобы, поверьте мне, для меня очень приятно то, что вот написали, что пожелания здоровья, что не знаю всех. Пишут, что жаль, что завязываешь. Интересно. Но я буду продолжать вести свой канал. Просто публикую не так часто на Ютубе. Тут же, если блогер, тут же надо мной куча надзорных инстанций. Тут в прокуратуре даже у них есть должность зам руководителя по надзору за средствами массовой информации. Я же не просто не рядовой же человек, получается. У меня тут несколько десятков тысяч подписчиков. Это все является моей аудиторией. И я всегда каждое сказанное слово несу ответственность. То есть базар фильтрую. Спасибо, вот пожелает здоровья тут. Спасибо. Ну, тут есть такие, что пытаются, значит, меня троллить. Ну, дело ваше, троллить мне-то. Поверьте, мне вот с таким диагнозом, как у меня, вот его вот озвучивать и говорить, я лишний раз, когда читаю вот эту, значит, карточку обследования. Кстати, даже вот в той карточке, вот где инвалидность, там не пишется название диагноза или заболевания, просто пишется общее заболевание. А буду тут кричать, что налево-направо, какое у меня заболевание, какой диагноз. Да блин, у меня у самого поджилки трясутся, когда я произношу это название. Так что лучше не говорить об этом. Так. Пишешь, что ты как будто прощаешься. Ну нет, конечно, я не прощаюсь. Ну, блин, я рассказываю о той ситуации, которая есть сейчас в настоящий момент. Спасибо, что написали. Вы знаете, жизнь у мужчин сложна и непредсказуема. Что там происходит впереди, только одному Богу или Аллаху известно. Спасибо всем, кто пишет. Тут и 4 часа, и 7 часов назад. Короче, вы меня расстроили. Даже не могу говорить. Ну все, я заканчиваю. У меня еще осталось 2 коровы. Я пойду их встречать. Пошли домой, пошли. Не комплект. Одной нету. Будете себя плохо вести, еще одной не будет. Куда? Давай. Иди домой. Милка, ты что там затормозилась? Ну-ка давай пошли быстро. Блин, а комаров-то. Иди. Давай, шагай домой. Ну вот еще и попить надо.
Подтягиваемся, подтягиваемся. Пошли, пошли. Шли. Шли. Еще и вымя грязные, где-то в грязь залезли. Шли быстро. Я пойду их встречать, сейчас вам пару кадров покажу. Ну как вот коров жена продаст, деньги-то мне, конечно, не перепадают. Все на жене, все жене. И тогда, конечно, у меня супруга поедет в город работать, потому что ей нужно нарабатывать до пенсии. А мне зачем? У меня уже есть страховая пенсия от государства. И покажу, ну, надо будет, если вам интересно, покажу, какой район. Кстати, я в предыдущем видео уже показывал, в каком районе в городе купил, где живем. Где будем жить. А пока что там идет ремонт. Живу в деревне. И неизвестно, попаду я в деревню или нет. Смогу ли я выбраться из деревни или нет. И вот смотрел я там. Я бы не сказал, что в городе там люди живут намного дольше и лучше. Потому что там такая страшная экология. Ужас. Здесь вот ходишь, чистый воздух. Всех знаешь. Народу мало. Все предсказуемо. А там... Блин, ну не знаю. Все, спасибо всем большое. Поставьте лайк. Надеюсь, что поставите. От тракториста можете отписаться. А как от человека, как от Влада или как от Ника Баженит, можете остаться и смотрите то, что я вам буду показывать дальше. Ну все, пока. А то у нас там уже коровы начинали мучать. Кстати, пустой загон. Пустой загон. В загоне нет ни одной головы. И техники ни одной нет. Вот тут, сейчас покажу. Вот вон там вот. Вон там вот. Да. Куча металлолома на сдачу. Потому что здесь, если что, вдруг придется уехать. Металлом же не бросишь, все растащат. Телегу тоже мужик собирался забрать. Одновозная самосвальная телега. Подремонтировать ее, колеса он поставит на 15 от газели. Нет, ну, от УАЗика и будет дальше ездить и работать. Ну все, заканчиваю я. Все, мне близко так посмотреть. На солнце я не бываю. Постоянно хожу, смажу лицом кремом от загара, чтобы ультрафиолет не попадал. И вам я так скажу, если вы, значит, привыкли не бояться солнца. Солнца нужно бояться, потому что именно ультрафиолетовые лучи, они негативно действуют на человека. Они убивают, когда в большой дозе. Ну все, спасибо всем большое. Все, пока.